смотреть там будут, я не знаю. Занялись бы вы делом, мистер Стан. Спасибо, Зирекс. Какие фильмы, я не знаю. Я не знаю, какой фильм я буду смотреть. Спасибо. Какие фильмы будет смотреть сегодня? На что забайтилась? Я не на это забайтилась. Сотый выпуск, 783 секунды. Все, выключаю мне хуйста. Спят усталые игрушки. А возможно, стоя усталые? Да всё, хватит! Didn't work. Ну, бывает. Академия смеха. Давай пластиковые воспоминания потом посмотрим. Давай, я не знаю, что буду смотреть, понимаешь? Давай пластиковые воспоминания потом посмотрим. Вы мне с этим фильмом, ребят, я вас очень люблю, я тоже хочу посмотреть фильм, но проблема в том, что я не знаю, какой фильм я посмотрю на Твиче, вы понимаете? Я понятия не имею, даже предположить не могу. Давайте просто поищем, типа, чё, как. Вот, а потом решим. Что-то академия смеха какая-то громкая. Нет нормальных ужасов, которые можно смотреть. Сердечком тихо. Ну это же баян видос. Не ожидала, что бабушка будет издеваться. Вот этого я вчера не поняла, кстати, когда увидела. За музыку забанят. Пока врачи оказывают помощь пострадавшему, отец Натальи, будучи на веселе, раскрывает главную тайну влюбленных. Любому ПК-геймеру в игре доступны всего два действия. Это пауза и продолжить проигрывание. Весьма скудно и достаточно быстро надоедает. Также в игре можно поменять настройки графики. Баян же. А для кого эти видосы делают? Секунду. Такой знайка! Боже, это же баяны пятилетней давности. Да, это смешно, но это давно очень было. Спасибо за денежку, Зирек, спасибо. Да это был Хард. Да не гори ты нам. У тебя видео так некрасиво будет, когда ты так озвучиваешь. Выключи, снимай по-другому. Давай по новой, Миша, все хуйня. Дорогой, подари мне шубу. А то стало совсем холодно. Сейчас будем жарить курицу. Nice. Не очень тихо. Нелегальный. Видишь, носи. Это настолько бабок попасть, понимаете вообще, чи нет? Охуеть. Сейчас баян, как чувак, кинет. Я уже не знаю. Сюда запихнули столько видосов, которые год назад вышли, что я уже даже не знаю, стоит ли мне смотреть его дальше. Да? Ну типа жесть. А что это было у меня в руках? Это тоже мы видели. Чё? Чё? Это забавно, да. Но это баян. Чё, блядь? А субтитров нет. А представляете, вот типа сейчас же музыку нельзя слушать на Твиче. И представляете, вот скриптонит видит, как его хейтит какой-то гондон с этого, с Твича. Чисто какой-то стример, такой чисто лох. Я не говорю конкретно про этого стримера, вот, я не знаю, кто это. Так вот, и типа он зайдет и кинет ему за это, ну, типа, жалобу кинет, мол, он юзал мой трек, типа, в своем стриме, мало того, он меня еще и оскорбил. Капец, Крутони же может всех хуям перебанить, да, такой хуйня, или серьезно? Еще один баян. Роди. Лагерь у нас тут, костерок. Вот, все отлично у нас, кроме вот этого. Как, блять?
Я в голове не укладывается, как? Тихо, хвал! Все очень удачно сложилось. Мне кажется, что мы сегодня обосрались. Я взял твоя бу, и я ее ебу. Ой, что-то я разъехалась, пацаны, сори. На. Хуя. Спрячься тут. Никаких прыжков. Сейчас он меня стоит. Для ваша мотор, перо! Смотрите, как я это сделал. Ну, тут просто очевидно, но просто смотрите и все сразу видно. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Я взял твою. Ну что, потомки, как поживаете? Сняли фильм про меня? Гектор! Хули ты орешь, полудурок? Тут я! В твоих руках не потеряй его и не сломай. Я так же пою, ребят. Мы фиг знает, но походу самая понтовая профессия в России — это монтажник-высотник. Я крокодил, крокожу, и буду крокодить. Кто делал эти мемы? Деньги у меня забрали другие ребята. Я, честное слово, мне не жалко. Мне не жалко, отвечаю. Боже, неужели стримеры вставляют подобные ролики? Чё они поют? Я поняла, ребята. Владимир Владимирович Путин. Ля какой? А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Вы хотите кушать? Это в натуре отвечает. Да боже, паяны уже не стали. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, пацаны! Вы хотите кушать? Россия больше не переходит на зимнее время. Раньше переходили на зимнее время, сейчас не переходим. Сколько стало часов в сутках сейчас, вот в связи с этим переходом? Осталось 24. Я не знаю, сколько. Ну вот раньше было 24, а сейчас мы не переходим. Сколько? 23. Все, так ты все знаешь. Что мы говорим Богу смерти? Давно пора, хули ты так долго? Даже в играх тёлки мансуют! Даже в играх мансуют! Что это делает? Что за люди это делают? Я даже не знаю. Не поняла руку. Не видел. Ну,
если происходит такое в нашей армии, то нам пизда. Точнее, все накроется хуем. Нас отфидорасят. Ван. Плюс ван. А почему качество 420? Или 480? Бля, сори. Ой, что это было? Это баян. Уже не смешно, пацаны. Что мне делать? Что? Сосай, конечно. Сосать? Вы сумасшедшие, да? Это верно. Пацаны, ну это, знаете, это когда я спрашиваю, что мне делать, и получаю такой ответ. Every day, так сказать. Every day. This door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. Академия смеха, пощади, блядь, пожалуйста. Сосаться. Ууу, прям паника! Это чей-то паренек выдает коленца. Не досталось бы ему осиного поленца. Замкнуть ряды! Оптимусы. Блять, мужики, дайте посрать. Открывай! Открывай! А зачем? А зачем? Что за черт? Что за черт? Что за черт вообще? Что за черт? Он снился. Куда? Нахуй. He has been together about 6 months. That's it. It's new. Oh, it's newish. We're friends. It's Eva Dim. Can we talk about this not in front of everyone? It's Eva Dim, пацаны. Чисто проверять. It's complicated. What? Oh, no, no! We're really good friends. Это я просто Вадим! Сука! Представляю вашему вниманию Honor 8X. Безрамочный экран, двойная 20-мегапиксельная камера, а самое главное — искусственный интеллект. Мышонок, привет! Ты чё так рано? Там пораньше с работы отпустили просто, мышонок. Смотри, я купил в МТСе себе новый телефон с искусственным интеллектом. Он сам подбирает маски, смотри. О, я же сказал, что ты у меня мышонок, смотри. Ну-ка, а мне что подберет? О, олень, прикинь. А почему, интересно, олень? Это очень смешно, наверное. Что за это? Смешно, но я не смеюсь. Сейчас опять свой рыльник с хаутом. Сейчас есть. Вот так. What the hell is this? Я бы тоже такие маски понадевала, но на мне уже есть маска. Это как в анекдоте. Приходит мужик один к другому. Петрович, помнишь, у тебя зимой жена пропала? Говорит, да, у меня две новости. Плохая и хорошая. Говорит, давай плохую. Мы ее нашли, в реке утонула. А хорошая, мы с нее ведро раков сняли. Нет, объясните, я так не отпущу. В смысле ведро с раков сняли? В смысле ведро раков сняли? Не поняла, в чем прикол? Типа на ней раки? А почему на ней раки? Потому что она в реке утонула, и типа раки пошли ее кушать или что? Понятно. Hit or miss, I guess they never miss, huh? You got a boyfriend, I bet he does he kiss, yeah. He got fam and not a girl. За что над девками? Над нами девками. Я люблю аниме. Не с места! Интернет-полиция! Вас, ребята, надолго закроют. Жми на колокольчик. Все анимешники услышали, какая участь их ожидает. С анимешника плюс чат.